Всем привет, друзья. Ну что, начинаем. Так. Ребята уже, да, ребята уже начали уже. Сколько у нас? Да, нас гораздо меньше. Мы атакующие звеном. Ну что, все готовы, все готовы. Все зарядилось. Полетели. Полетели. Можно заехать на гору и наверху и хорошенько отстреливать их. Ох, сколько пехоты. Хедшот хороший. Так, 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 сколько они, слушай, они прям реально атакуют. Они очень хорошо атакуют. Так, жетончик где тут должен быть? А, вот жетончик, да. Тут жетончиков у нас довольно много. Изобилие жетончиков. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. О, вижу соперника, кстати, уже. Да, снайперская винтовочка. Где он? Вот он, вот он, вот он наш бежит. Отлично, отлично подбили. Так, что можно? Что можно использовать? Так, можно поставить ее. Взлетаем. Так, наверх, наверх, давай скорее наверх. Снайперская винтовочка. И ребята уже идут, вон, активно ребята идут. Так, 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 готово, готово. Нет, еще не готово. Да уже умри ты какой-то живучий-то. Мимо, мимо. Ох, блин. Так, готово. Ну, правда, не я его убил, но маленько помог. О, жетончик. Хорошо, что это у нас такое. Ох, дорогие друзья, теперь мы будем... Моя мечта осуществилась. Ну что, дорогие друзья, теперь мы будем за нашу... Не знаю. Так, что у нас есть? У нас есть... Так, идем. Кстати, у нас... Да, ускорение у нас есть. Есть ускорение. У нас... Ох, как он умеет отстреливать. Так, надо умеет приближать, кстати. Ну, убиваем плохих ребят. Довольно активно можно убивать вот таким макаром. Защиту, защиту, защиту сделал. Можно гранаты. О, да, вижу, гранаты просто. Тихо, 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 тихо. Типа, смотри, звездолет все-таки пытается нас подбить. Еще раз гранаты, еще раз гранаты. Нас пытаются убить. Так, у нас есть еще троечка, ракеты какие-то. Ох, слушай, реально ракета, очень хорошая ракета. Так, я там убью парочку. Так, ну что, довольно быстро перезаряжается, можно так гранаты бросать. Тихо, 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 меня пытаются активно бить. Так, у меня 53 хп, ну довольно маловато, я скажу бы. Так, пошли еще гранаты. Так, я вижу сверху, сверху вижу. Так, уходим, уходим, уходим. Уходим активно. Мы уже горим. Мы уже горим. Так, выходим. Выйти можно, да, можно выйти и все. Так, у нас тут есть жетончик. Все, у нас разрушено. Ну, что ж так, мама, мы... поездили. Да, очень активно на них атака идет. Ну что поделаешь, мы еще, конечно же, поездим обязательно. Вот, кстати, жетончик у нас есть. Так, 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 тихо, спокойно. Кто ж нас, откуда ты появился тут? Так, поехали, поехали дальше. Так, звездолет. О, вот он, вот он. Ну-ка, 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 мне нужен вот этот жетончик. Быстрее, быстрее, быстрее. Ох, да, теперь мы будем вот за этого персонажа. Ну-ка, быстрее, я хочу посмотреть. Меня убили, что ли? Меня убили, я не успел воспользоваться. Да ну нафиг. А я смогу сейчас воспользоваться им? Видимо, нет, я теперь не могу воспользоваться им. Это очень-очень печально, дорогие друзья. Ну что ж такое-то? Почему маленько не везет? Да, все-таки можно за этого монстра управлять. И было бы довольно интересно. Но мы еще обязательно будем управлять им. Я все-таки найду жетончик этот. Давай, давай, наверх. Ну хорошо, сейчас мы обойдем. Не знаю, я просто скажу, жетончики собираю. Внизу есть еще какой-то. Давай соберем. А, отлично, что это у нас? Ну, давай поставим. Так, взлетаем наверх. Нам нужно еще выше есть. Кстати, вот он, жетончик был. Нет, это не жетончик, нет, это не жетончик. Да, вот тут он был. Все, ребята, вперед. Как-то мы уже отвлеклись. Ух ты, вот это да. Ну-ка, ну-ка, появляемся, давай, можно... Все, теперь мы дубль 2. Попробуем еще разок и как-нибудь поаккуратнее, что ли, уже. Поаккуратнее и поактивнее. Смотри-ка, меня атакуют. Ну-ка, 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 посмотри. Сколько их там, а? Стой, стой, ребята, стой, стой. Рванул так как. Как активно меня все-таки обстреливают. Еще разок граната, еще раз граната. И ракеты пошли.
Нет, на этом монстре, конечно, я не знаю. Мне кажется, и на этом не очень хорошо. Ох, ну что, появляемся. Довольно интересно получается серия. Мы поездили два раза, но его очень быстро убить. Да, ребята уже наобщились его убивать. Уже знают, как активно его убить. Так, мне нужно наверх как-то попасть. Я хочу наверх. Давай, давай наверх. У нас, по идее, жетончик. Да, вот есть жетончик. Я не знаю, что это такое, но посмотрим. Кстати, вон внизу есть что-то еще подобное. А, да, это тот самый же, да, используем. Этот используем. Так, так, тихо, меня не трогать. Вот на этом месте постоянно находится у нас от Asset, называется. Так, ну что, берем его, да, берем. И, я не знаю, нужно куда-то за гору идти, что ли. Но меня активно обстреливают. У нас защиты никакой нету. Так, нужно прицеливаться очень четко и точно. Так, пошли ракеты, пошли гранаты. Вот такие макаром у нас 4 гранаты. Так, они как-то далеко не бьют. Так, у нас ускорение есть? У нас он не прыгает, просто ходит и все. Не знаю, может быть, его прокачивать тоже нужно. Пошла ракета. Так, он там бронь, бронь стоит. Ну-ка, да, туда гранат побольше. Какой там активно бегает? Я даже не знаю, не могу убить, что ли, что такое? Так, уходим, уходим отсюда. Так, еще парочек гранат. Еще парочек гранат. Так, я вижу чувака, который засел прям у подножия горы. Слушай, ну реально, я не могу просто убить его. Я даже вот кого-то мы ранили. А гранаты не так уж далеко бьют и довольно не очень активно. У нас звездолет есть. Кстати, обзор просто обалденный. Хороший обзор такой. Можно и гранатами сразу и обстреливать. Ох, как меня сразили-то. Да, меня сразили просто шикарно. Готов, готов, готов. Ну, уходим, уходим, дорогие друзья. Да, маленько в сторону уходим. Ух, даже следы остаются на нем. Потрясающе. Так, ну что, снайперов у нас нету. Все нормально. Если что, я могу прикрыть. Так, кто долетает? Кто у нас тут? Нормально, это наши. Так, ну, можно, да, можно прям вовнутрь накидать все это дело. Ребятам помочь. Ребята, конечно же, помочь. Так, самое главное, чтобы никто не обошел сзади. Так, можно еще парочку ракет туда и гранат. По идее, наши гранаты не убивают. У нас ускорение есть. Можем таким макаром просто идти. Все, все. Ну-ка, пройдем тут. А тут не пройдем. Хорошо, наверх. Наверх давай. Ну-ка. Вход, вход держим. Накидали гранат туда и всего подряд. Всего-то побольше. Так, ну главное, чтобы никто не вышел. Думаю, ну, ребята, ребят, давайте, давайте. Я вижу, летает. Ну-ка, туда гранат, и можно ракету туда. Какие-то крики, крики, слышь, какие-то. Да, вид, конечно, сверху просто шикарный. Мне нравится. Мне нравится, потому что все видно как на ладони. Ну-ка, вперед пойдем. Я не знаю, выход будет куда выходить, нет? Кинем парочку гранатку прям. Прям так гранат кинем. Так, пойдем рядом с монстром с этим. Так, вот, на, вот наши противники. И туда ракеты, и гранат всех подряд. Всего побольше. Так, ну все, все чисто. О, вот они, наши голубушки вышли наконец-то. О, как мы их встретили. Очень хорошо мы их встретили. Да, вплотную эта вещь просто обалденная. Ну, издалека, но он не очень эффективен, конечно, издалека. Ребята еще получили. Да, я держу выход очень удачно. Это уже остатки. Сопротивление. И главное, оружие перезаряжается очень быстро. Готово, готово, готово. Кто-то меня там пытается сразить. Да, вижу, вижу, кто-то бегал. Кто-то бегал там. Так, еще, еще туда. У меня граната возле меня. Ходу, ходу, ходу туда. Так, гранату дам. Слушай, я стою просто за сопротивление. Последний уничтожаю уже. Ну, хорошую вещь делаю. Так, вижу, 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 сколько пехоты. Кстати, а где все наши? Ох, сколько их тут. Их очень много тут. Я не успеваю их из другой стороны. Так, 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 так. Спокойно, спокойно.
Да, можно гранат закидать. Так, это наши, слушай, я как-то встал, неудобно, неудобно, одну из просто стоит, топчусь. Так, ребята, пехота, пехота, я вас поддерживаю, а вы атакуете. Пошли гранаты и ракету туда же. Так, пехота пошла. Так, ну что, идем вперед. Да, идем вперед. У нас жизни маловато осталось. Я даже не знаю, восстановиться мы никак не сможем, к сожалению. Идем, идем, спускаемся. Ну давай спускайся уже. Как неуклюже ходит. Как... Так, все, там чисто у нас. Кинем парочку гранат и можем ракету туда. Там еще пехота есть. Да, там еще сопротивление есть один. Да, вижу, вижу, вижу. Готово, готово, готово. Так, кто пытается? О, сколько их там гранатами и ракетами. Ракетами. Жестко, жестко. Их 2 хп, 2 хп. И еще разок, еще разок. Ох, как он подлетел. Спасибо, чувак. Ты меня просто реально прикрыл. Ты меня просто... Мы их просто наказали. Наказали за плохое поведение. Да, перезаряжает очень быстро. Я вижу очень много народу там. Так, на выходе у меня там стоит чувак. Правда, он просто так стоит. Спиной тем более. Так, кидаем гранаты, еще можем ракет. Ну, уже наши далеко ушли вперед, я не знаю. Ну, сопротивление еще есть. Вон, вон, вижу кого-то. Пошла ракета туда, еще гранат. Пошли вперед. У меня один хп и... мне совершенно чувак осталось. Так, уходим, уходим. Так, ну-ка, повернемся. Так, там еще есть, там еще кто-то есть. Да-да-да, ох, да, там были еще, там еще были, но с одним хп долго проходили, ну, пол карты мы прошли, дорогие друзья, да, довольно интересно было, мне понравилось, кстати, вот, вот новый, новый ноу-хау, ах, я не успел взять, ноу-хау не успел взять, черт, все, чувак, полетел прям в этот, в эту штуку, а, видимо, если убивают, то появляется этот значок, и тогда уже можно управлять этим монстром, обалдеть, так, вот еще, а, ну, это... стандартный значок. Так, ну что, кого нам нужно убить? Нам нужно кого-то убить. Обязательно, как же без этого. Так, идем, ребята, дорогие друзья, в атаку. Идем в атаку. Так, что у нас тут? Что у нас? Бери, взяли, взяли. Так, 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 у нас тут плохие ребята. Очень плохие ребята, и мне нужно улетать. Прикрыли, молодцы, ребята. Ох, как же, все-таки спасли меня. Взлетаем, взлетаем. О, взлетели. Там еще выше дальше есть. Так, снаверь скунтовочку. И хороший хедшот. Нет, мимо. Так, в окопы скорее. У меня есть пулемет, могу сесть в пулемет и, наверное, подстреливать. Попробую, наверное, дорогие друзья. Сейчас я, наверное, в другое место сяду. Вон с холмика будет очень шикарный вид. И там будет очень удобно отстреливать. Так, пошли, пошли. Так, меня зарядился, ну давай быстрее заряжайся. Кстати, я вижу еще раз, еще один. 30 метров стоит, вот наша. Так, этот используем, а этот берем. Давай, 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 бери, бери, бери. Отлично, мы взяли, но нас убили, к сожалению. Что ж такое-то? Нас убили, и мы уже... Где он? Где этот паразит? Вот он, паразит. Уходим. Черт, паразит какой. Вот он, вот нам нужно этот значок взять, мы успеем. Да, мы успели впереди. Нет, я не успел, я не успел. Я опять не успел. Который раз я уже не успеваю этот значок брать. Опять чувак уходит, к сожалению. Какого черта? Не прет сегодня. Так, 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 у нас там позади, по идее. У нас там, во-во, да. Круто, молодец, молодец. О, есть какой-то... О, отлично, отлично, есть значочек, он же... Я же взял и умер, я же взял и умер. Ну, используем, да, используем. Концовочку уже продолжим. Да, продолжим на нашем монстре. Давай, разгончик, разгончик и вперед. Прыгать у нас не умеет. Ну хорошо, давай по холмикам, по холмикам. Можем издалека. Так, а вид у нас есть от первого? Да, ну, вид я не знаю, можно, не можно сделать. Да, уже нужно доиграть и... Так, пошли гранаты, пошли ракеты. И ходу, ходу прибавляем. Ходу прибавляем, идем на холм. Так, кто? Ух ты, вот это да, нам нужен монстр. Вот этот монстр взять нужно. Быстрее, быстрее, монстр. Ну-ка, дорогие друзья, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какой монстр будет. Главное, не убить меня. Все, мы теперь в монстре. Так, я в монстре, и что?
О, видимо, я прям в монстре появился. Черт, которого сразу же уничтожили. Так, о, звездолет есть? Есть звездолет, хорошо. Сейчас возьмем звездолет, полетаем что? Да, довольно изобилие интересно и довольно много чего есть. Тут ничего нет у нас, нет? Нет, абсолютно ничего нет. Хорошо, давай взлетаем. Так, ну мы взлетели. Вижу цель, вижу две цели. Так, вижу. Все, победа. Победа, дорогие друзья. Да, шикарная победа. Ну что, мы погоняли на разновидности транспорта, можно сказать. Довольно понравилось. Ну что, мы еще увидимся обязательно в других сражениях. Мы продолжаем, дорогие друзья. Ну что, теперь будем оборонять. Да, то, что самое очень тяжелое, это оборонять. Никакого транспорта, ничего нет абсолютно. Нам просто... просто на свои силы нужно рассчитывать. Так, так, так. Вот я вижу уже жетончики вижу. И у меня, походу, есть хороший уже снаряд. Хороший снаряд, что можно будет использовать. Так, это что у нас такое? А, взять не сможем мы. Ну, хорошо, давай, наверное, выкинем его. Не знаю, давай, наверное, поставим его. Он ставится у нас. Да, ставится. Все, что у нас такое? Ух ты, авиаудар. Хорошая вещь. Так, ну что, берем, наверное, снайперскую метлочку и пытаемся. Тут еще у нас есть один. Ну, хорошо, давай, наверное, сделаем авиаудар. Вот, вот, хорошая цель, кстати. Очень хорошая цель. Отлично, понеслась. Столько жетончиков уже сразу же. Так, ну, посмотрим, как можно уничтожить. Ну, его довольно долго, я скажу бы. Ох, как он нас убил. Лихо. А где мой авиаудар был? Я даже не понимаю, где мой авиаудар был. Так, нам нужно наверх. Нам нужно наверх. Давай, взлетаем. Эх, мимо. Чуток мимо. Ну хорошо, пешком пройдемся. Так, звездолет можно подбить. Попытаться хотя бы чуток. У меня еще есть еще защитный зонт. Так, так, так. Пройдем тут. Так, ну что, берем, наверное, жетончик, используем этот, включаем. Отлично, включили. А, вижу, вижу, вижу. Да, ребят, вижу. Вроде, вроде же попал прям в гол. Да, отлично, хоть убил. Хотя бы убил, так уходим в защит. Чувак, ты меня что, спас, что ли? Так, уходим в другую сторону. Так, у нас даже и тут есть. О, Дарк Вейдер! Шикарно, в таком месте Дарк Вейдера найти. О, один на один, прям в лоб, в лоб. Где? Вот он, вот наш Дарк Вейдер. Не ухожу, я ухожу от него. Он сейчас меч, свой меч набросает на меня. Ага, мимо, мимо, мимо. Слушай, мы реально, идет битва с Дарк Вейдером, это потрясающе. Так, включаем убойные снаряды наши. Я не успел взлететь. Дарк Вейдер, я тебя все-таки убью. Сейчас, сейчас респонемся рядом. Где, где? Где-то прям по курсу должен быть он. О-о-о-о-о, взлетаем. Вот он, вот наш Дарк Вейдер. Идет, идет наших убивать. Он не жилец. Он реально не жилец, потому что ему... Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. У меня еще нужно взлететь. Мы взлетели, мы взлетели еще. Дарк Вейдера мы почти убили. Черт, что такое? Что происходит? Ну, чуток осталось. Где мы? Где он? А опять у меня все загружается, все мои снасти. Но он уже практически мертвый, его, наверное, уже добили. Очень жалко, конечно, что не я его убил. Ну что, наверное, наверх? Наверх, наверное. И сверху. Сверху уже посмотрим, какой у нас вид. Отлично, мы уже наверху. Дарк Вейдера не видно. Да, у него ХП чуток осталось. Так, я вижу, кемпетристы тут у нас. Ну что, постреляем, ребята. Постреляем. Так, 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 так. Где плохие ребята? Не вижу пока никого. О-о-о-о-о. Блин, какого черта залетаешь? О, вижу, вижу, вижу перца. Чуток промахнулся, правда. Так, ну, перезарядился, да, перезарядился, все отлично. О, улетаем, улетаем. И отстрел. Отстрел сразу хорошенько. Так, берем снайперскую винтовочку и, ребята, маленько-маленько в сторону уйти нужно.
Так, вижу, вижу, вижу перца. Готов. Нет же, готов практически. Посмотри, какой он упрямый. Умирать-то не хочет так. Так, ну, можно посмотреть с другой стороны. Тут у нас тоже довольно большое изобилие. Вон, к примеру, он стоит, чувак. Ушел, ушел. Ушел за холмик, к сожалению. Так, еще раз снайперскую винтовочку. А, вышел, вижу. Отлично попал, хорошо попал так. Отлично попал так. Прикроем, прикроем наших ребят сверху. О, джедай наш, отлично. Давай, 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 давай. Так, снайперскую винтовку и... Все, готово. Так, мне нужно посмотреть с другой стороны, что у нас происходит. Я никого не вижу, я никого не вижу почему-то. А вот вижу. Так, не умри, умри, умри. Тихо, тихо, сейчас, сейчас, сейчас я тебя подстрелю. Чуток, чуток, погоди. На, держи. Готово. Так, что у нас тут происходит? Да, смотрю, просто наблюдаю. О, сколько тут, сколько их тут. Их тут реально очень много. Ребята, нужна помощь. Нужна помощь, сейчас поможем. Так, улетаем, улетаем, чуток в сторону. Так, ну что у нас тут, все нормально, да? Да, так вроде, вроде более-менее, я бы сказал. Так, я не вижу. Из-за дыма я, правда, не вижу. О, как хорошо стоит. Как хорошо стоит, можно взять снайперскую винтовочку и хедшот, хедшот сделать. Ух ты, мы уже разрушили один все-таки. Да, ну слушай, а у них, по идее, два. У них же, по идее, два. Один с этой стороны идет, а другой с другой стороны. Но этот не атакует, как я понимаю. Атакует только один из них. Да, довольно... Мы хорошо справляемся с задачами. Снайперскую винтовку и хедшот. Хедшот. Вот так маленько можно хп отнять и хедшотом снять. Очень удобно, я уже маленько научился. Нормально так. Так, 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 так. Спокойно. Кто у нас там? О, у нас там Дарк Вейдер. Дубль 2, иди сюда. Иди, голубушка, ко мне. Так, сейчас, 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 погоди, я возьму снайперскую винтовочку и... А ух ты, какой шустрый там. Ты у меня не железо, ты у меня не железо, реально. Я еще взлечу и в полете. Маленько. О-о-о-о, не нужно, не нужно умирать, не нужно умирать. Да, не нужно умирать. Фу, ушли, нормально. Так, у нас пехота там идет. Слушай, у нас реально пехота идет. Пехота идет. Готов, готов, там еще пехоты сколько. Готов, там, там еще, сколько их там. Успел, успел забежать, да, успел забежать. ХП очень мало у него. Так, он с пулеметом, ох, успел, я успел его вот так убить. Мы держим позицию просто обалденно, еще такого не было, чтобы мы держали очень хорошо. 20 на 20, все нормально игроков, так что... Так, где кто, где кто? Вот он, вот наш монстр. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Лети, лети отсюда! Какого черта, ребята, вы там защищаете, нет? Я уже как-то маленько потерялся, где кто, где что. О, мне нужно уничтожить. А, все, все. Ну хорошо, тебя уничтожим. Хедшот, нет, 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 еще живой. О, хп, хп, чуток остался. Все, походу его добили, нормально. Так, я, походу, один остался. Да, к сожалению, тут один остался. О, монстр какой, прям подо мной монстр. Так, у нас уже никого нету, да? Да, никого нет, и никто ко мне не пришел. Ну что, мы продолжаем тут, да, мы тут продолжаем. Вижу, 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 вижу пехоту. Хорошую пехоту. Готова пехота. Так, вон пехота заходит. Да, мы хорошенько отстреливаем прям. Ты что там сидишь? Держи. Да умри уже, умри, умри. Сколько пехоты идет? Очуметь. Так, перезарядочку. Смотри, какой, как он бегущий человек. Нужно чуть вперед отстреливать. Все-таки успел добежать. Да, бывают и такие персонажи у нас. Я реально тут просто один. Никого нет. Я словно невидимка. Так, взлетаем отсюда подальше.
Можно взять и попробовать использовать... Ну-ка, попробуем. Не знаю, будет ХП исчезать или не будет. Хотя нет, не стоит тратить тогда уж. О, сколько их тут. Их реально тут много. Так, хедшот делаем. Ох, мимо. Ну хорошо, так добьем его. Взлетает просто. Так, снайперскую точку. Да какого черта, как-то уже начинаю промахиваться. Так. Ох, ну-ка, снайперскую точку. Нет, не могу отстреливать. Взлетаем, вижу, меня уже спалили. Хорошенько спалили. Так, ну что у нас? Ну, в принципе, неплохо, я скажу. Даже очень хорошо. Отличный хедшот. Так, я вижу, на меня уже идет банда. Какая-то банда уже идет. Хороший хедшот. Да умрешь ты, не умрешь ты. Да, готов наш перец. Так, мне нужно улетать. Отлично, улетели. Я просто одиночка, герой-одиночка нахожусь на холмике и отстреливаю всех плохих ребят. О, ребята тут наши уже. Молодцы, ребят, наконец-то вышли. Но уж, конечно, поздно. Да, поздно. Поздно, чем никогда. О, сколько пехоты. Хорошо попал. Супер попал просто. Как он все-таки... О, тихо, я, кажется, слышал меч. Я чей-то меч слышал. Вот наш Дарт Вейдер. Так, ну что, держи пару снарядов, Дарт Вейдер. Иди ко мне. Иди, папочки. Ты не пойдешь ко мне, что ли? Он прям врезался. Он врезался, и мы, походу, добиваем его. Да, мы, походу, убили его. Ну, не знаю, нам... Не знаю, ХП нам очков не дали, не так уж и много. Вижу противника. Да, вижу противника. Конечно же, вижу противника. Там столько противников. Их там четверо просто. Так. Все, зашли все, нет. Так, берем снайперскую винтовку и... Хорошо попал. Он спрятался. Так, еще раз снайперскую винтовочку. Держи, ответный. Хедшот. Вообще обалдеть. Что происходит? Просто неописуемо. Да, я просто... О, вижу. Нет, слишком далеко уже, правда. Так, у нас монстр уже дошел. Ну что, дорогие друзья, пойдем дальше, наверное. Что тут уже... О, вижу противника еще. Уже противник у нас тут есть. И наши противники, и Дарк Вейдер встречается. Да, бывает и такое. А я взлетаю. Реактивный ранец все-таки очень хорошая вещь. Может взлететь вот на такой холмик и потрясающие вещи творить. Ну, на третьем месте уже. Довольно хороший результат, мне кажется. Всего лишь за пару часов и все. Готово. Так, взлетаем дальше. Дальше продолжаем. Кто там у нас? Ох, да, вот это будет битва. Эта битва будет жесткая. Так, уходим в сторону. Просто в сторону уходим, потому что против него нет... Ах, так. Как его обойти бы? Вот наш. Зачем мы огрызаемся? Нам не нужно огрызаться, нам нужно просто уйти, наверное, и все, спокойно уйти. Так, мы, по идее, оборона, но не знаю, мы как-то... Так, уйдем, наверное, через катакомбы. Да, можем идти через катакомбы и уже выйти сюда. Выходим. Так, нет выхода. Выход тут и все. Кстати, меня что-то почему-то давно уже не убивали. Походу, меня ждет смерть, как этого чувака. Так, ну, выходим, да, и сразу взлетаем. Ох, как мы взлетели. Где мы находимся? Мы находимся прямо со спины противника. И быстренько уходим. Нет, мы уже не ушли. Ну что, нас сразили со снайперской винтовки. Так, появляемся. Так, мы можем включить и гасить вот этих чуваков. Они довольно уязвимы против электрошокера. Кто-то у нас. Все, готово, да, дорогие друзья. Вот таким макаром можно их уничтожить. Очень хорошая вещь. Так. Ну, что где? Кто где? Пригибаемся. Ух, все взрывается, все кричат. Крики. Да, наш монстр просто... Ох, взлетаем отсюда, у нас тут есть
Бонус, бонус, что у нас? Ну, у нас есть, в принципе, какой-то бонус. Давай поставим его. У нас еще один есть бонус. Что у нас на этот раз? Ух, у нас... какой черт разлетался. Да, то, что удобно Battlefield... ух ты, еще один бонус. Ну-ка, возьмем этот бонус. Чувак. А, понял. Я думаю, я сам себя взорвал. Да, они взяли бонус, к сожалению. О, вижу противника. Да, нас жестко, но жестко сразили, просто вид сразу сверху, а сверху вид потрясающий. Мы это уже видели, конечно же. Так, жетончик вижу, жетончик берем. Прилетели чуток, нет, все нормально. Так, ну что, нужно использовать, вот эту... вот эту фигню, которую можно будет подбить этих ребят. Нужно их реально подбивать, потому что там... не нужно давать им проходить. Уходим, все, уходим, ребята, не нужно стоять возле меня. Я просто жестко рвануло. Да, и пехота, и бегемот этим. Просто спину. Куда-то побежал, Ну-ка, снайперскую винтовочку и... прям хедшот, прям в голову. Хороший. Да умри уже. Нет, живучий еще. Хорошо, сейчас мы взлетим, кинем еще гранату. Хороший... о, как мы сразили. Сразили шикарно. Ну, все-таки проиграли, дорогие друзья. Проигрыш, конечно, ну, довольно было интересно. На моем очень шикарно. Мы продолжаем наши баталии, и теперь мы будем атакующие. Так, ну что, появляемся. И что? Так, ну как-то слишком далековато появились. Так, наверное, ускоримся. Ох, я вижу, чувак уже бежит к жетончику, очень хорошему жетончику. Кстати, я, может, тоже успею. Нет, я не успею, видимо, этот успеет первый в прыжке. А он исчез. А почему он исчез? Забавно, почему-то он исчез. А, вижу, появился. О, вижу, впереди у нас самолетик есть. А, отлично, сейчас возьмем, наверное, полетаем. Чуток полетаем. Так, ну что, четверочка, и мы взлетаем уже. Надеюсь, в воздухе не так уж много будет противников. Успеем маленько полетать. Да, можем маленького вот таким еще макаром пострелять. И ракетами даже. Ох, ракеты реально очень... какие-то взрывы какие-то. Ракеты реально очень эффективные. И можем даже замедлять время вот таким. Ох, это просто шикарно. Если бы не было воздушных противников, можно было... можем даже и так похулиганить. Так. Что у нас? Что у нас есть? Кто у нас? Пошла ракета, и мы вверх. Ой, если нам никто не мешает. Это просто изумительное транспортное средство. Просто обалденное. Так, ходом. Пока что никого нету, я на карте никого не вижу. Так, замедляем время и продолжаем. Интенсивный обстрел, нет, уже появился, хорошо. Это уже будет интереснее. Так, сейчас мы залетим в жопу тебе и устроим тебя. Да, можно вот так увеличивать, и довольно интересно, такие баталии. Так, где он? Я вас потерял, что ли? Маленького потерял, вот он, вот наш голубушка. Ну уже стой на месте. О, кстати, нас уже двое. Все, чувак, похоже, не справился с управлением. И мы продолжаем обстрел наземной техники. Вот, вижу противника, кстати. Ну, ракета. А, ракеты долго заряжаются у меня. Ну, хорошо, ракеты долго заряжаются, практически зарядились, вижу. Ох, пошла ракетка. Слушай, нас даже бывает обстреливают почему-то. Кто нас пытается еще обстреливать? О, тихо, ускорение. Уходим. Нет. Да, вижу. Воздушный транспорт вижу. Обалдеть. Друг друга сбили. Эх, жалко, конечно. Жалко, к сожалению. Мы уже так наобчились. Так, понеслась. Ребята падают прям с небес. Так, ну что, ребята, мы атакующие. Это очень весело, мне кажется, на моем усмотрении. Так, у нас там тот какой активный. Держим. Так, у нас вот пару жетончиков есть, я как помнится. А, уже взяли жетончики, да, жетончики взяли и тут же поставили. Вот, летит. Так, обстреляем его слегка. Так, там никого нет.
Можем также на гору залезть, ну попробуем уже другое что-нибудь. Почему нам нужно что-то все одинаковое? Ток-ток-ток, какой ты наглючий. Стой, спокойно. Кто-то пытается мне активно обстрелять. Да, активно, я вижу. Прям с несколько сторон. Ух, какая у него базука. Базука реально жесткая. Ну-ка, взлетаем. Сразу же взлетаем вперед. Только вперед, ребята. Сколько нас? Все нормально, 20 на 20. Так, ну что, тут с хедшотом у нас какие-то проблемы, я смотрю, да? У нас тут обстрел какой-то. Сейчас мы ему маленькое попортим. Мордашку. Так, уходим в сторону. Жетончика тут нету. Так, не слишком вниз уж. Держи пару снарядов. Так, как-то слишком я упал. Ох, да. Очень далеко упал. О, жетончик, что ли? Ну-ка, берем. Нет, самое интересное, жетончик у нас находится в другом месте. Тут у нас дополнительные. А самое интересное, оно находится позади. Нам, наверное, пойти туда. О, лучше будет. Сейчас мы, наверное, пойдем туда. Так, берем. А, не могу взять. Ну, хорошо, используем и возьмем. О, авиаудар, это просто обалденный жетончик. Так, тут еще один есть. Ну что, используем, наверное, авиаудар куда-нибудь. Я не знаю, правда, куда. Да уж, куда-нибудь. Ну, например, вон, на гору. Отлично. Ребята, вы забрали уже? Ребята, забрали. Хорошо, пойдем в другое место, там много жетончиков. И там уже наберем. О, кого-то убил я авиаударом. Хорошо, хорошее дело, сделал, правда. Тихо, куда он обстреливает так активно. Вот тут у нас хорошие жетончики находятся. Прям у подножья. Да, вот как раз я о чем и говорю. Так, берем. Да, мы все взяли. И в укрытие уходим, чтобы воспользоваться им. Быстрее. Все, мы на нашем. В роботе на нашем. И что, дорогие друзья, сейчас мы устроим маленький беспредел. Так, я пока пехоту не вижу. Так, давай активно. Вперед. Так, шифтом. Вперед. О-о-о-о-о-о-о! Тут да, прям воздушный транспорт пытается нас подбить. Ребята, там еще воздушный транспорт пытается. Ну-ка, уходим. Мы даже с места не сдвинулись, ребята уже научились летать. И я вижу, обалдеть. Шикарно, конечно. Шикарно, как умеет летать. Жалко, нет тут стингера. О-о-о, а это каким макаром туда залез? Каким макаром-то залез? Так, спрыгнул один. Давай. Нормально, убили. Взял наверху еще один. Там еще наверху. Так, то, я испугался, думал. Ох, да, туда можно, походу, реально залететь. Слушай, ну, место обалденно хорошее. Да, без сомнения. Все, его убили. Ну-ка, попробуем. Да, можно залететь, вот мы залетели. И еще разок наверх. Ну уже, я не знаю, это уже, наверное, не нужно. А, нет, все-таки нужен, там кто-то есть. Так, ну, зарядился? Нет, еще не зарядился. Все, зарядился, и мы взлетаем. Нет, слушай, я не могу. Нет, не смог залететь. Все, мы скатываемся. Ну хорошо, давай скатываемся и... Так, где мы находимся? А, вот вход. Вход тут. Так, никого нету. Спокойно, заходим. Заходим. Так, вижу жетончик, противника я не вижу. Где все противники наши? Что тут у нас? Бомба. Реально никого нет? А где все? Никого дома нет? Так, все взорвалось. Потрясающе. У нас еще один есть. Ну, у нас уже есть один. О, привет, чувак. Так, у нас там ребята, походу. Да, у нас там ребята. Так, ну-ка, кинем туда гранату. Кинем хорошую гранатку вот так и почистим там. Ох, рвануло так. Как все-таки рвануло. Вон, ребята наши. Взлетаем подальше. Мы просто взлетели и позади него. Он на защите, к сожалению, был очень красивым. Он даже ушел. Защита, кстати, очень хорошая вещь. Да, я скажу, очень хорошая вещь. Я двоих убил, что ли? Нет, одного. Все, уходим. Я чудом жив остался. Так, у меня есть пулемет, можно его использовать где-нибудь. Так,
Дарк Вейдер. Да, можно использовать, наверное, наверху. Хорошее местечко будет. Так, наверху никого нету. Нет, вроде никого нет. Так, ну что, используем, да, используем и садимся в него. А, это автоматически, блин, я думаю, ручной. Ну, хорошо. Хорошо, можно и так. Как-нибудь уж, как-нибудь. Кто у нас? Ох, как он засел. Я его даже практически не видел. Что ж такое-то? Так, 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 а ты откуда взялся? Ты... А, это наш поход, нормально все. Так, ну что, ребят, давайте вперед, вперед в атаку. Мы уже практически уже, да, мы взяли последнюю точку, осталось взять. Кто-то где там? Кто-то где там? Какие-то взрывы наверху, взрывы наверху. Тихо, 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 какие-то крики, крики. Так, уходим отсюда. Ха, просто уходим. Вижу, ох, там джедай. Там джедай, мы уходим от него. Это не вариант, конечно, с джедаем. Ну, ребята рискнули и пошли. Ребята пошли и рискнули, как видно. Да. А я ухожу, чувак. Все, у меня кончился. Так, что? Что это такое? А, убиваем, убиваем нашего. Так, у меня зарядился, мне точно не зарядился. Прям в башню, прям в башню. Все, убит. Да, убит, в атаку еще. В атаку он убит. Ох, так, так, у нас тут. Вижу, 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 идут, идет, идет, идет. Да уже умри, все нормально. Ребята, у нас тут слишком большая перестрелка, я не знаю, кто, где. Так, все уничтожено. Все, ходу, ходу, ходу отсюда. Ох, не понять, где кто, где кто. Вот у нас жетончик есть, хорошо, возьмем жетончик. Так, там пытается кого-то отстрелять. Ох, вижу, да, вижу, вижу, нормально. Так, можно использовать. Ну-ка, используем защиту. А, отлично. Так, граната у нас. А, выходим, выходим, сразу гасим. Черт, прям, прям... Да, можно внутри, оказывается, можно отстреливать. Так, 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 вот он, заходи, заходи ко мне. Заходи на огонек. Так, так, там еще ребята есть. Сколько вас там, а? Так, перегрев, перегрев, подожди. Сейчас бы гранату, сейчас бы реально гранату бы. Спокойно. Ох, как рвануто. Да, граната вот тут... Хорошо, как раз было. Граната была просто суперская. Залетаем. Так, 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 ну смотри, активно как обстреливают там нас. Ох, он сел за пушку, и у меня проблемы. А у меня жесткие проблемы, его все-таки убили. Да, в таких случаях нужно РПГ, и она очень хорошо помогла бы. Ну, пока у нас в бета-версии нет такого добра. Смотри, как они активно выходят из укрытия туда. Какой все-таки Рэмбо, там еще один уходил. Вон, во-во-во, вон ребята уходят. Так, хедшот сейчас получит, я чувствую. Да, получил хедшот один, пулеметчик.